Перед вами настоящая советская разработка. Это Романтик, электретный микрофон. Давайте же смотреть, вообще играет он или нет, потому что он пролежал почти 40 лет. Но прежде я хочу обратить ваше внимание на то, как он сделан. Максимально крутой, надежный и брутальный пластик, как советский серп. А крутилки-то какие? Мне кажется, они могут пережить ядерную войну. Тяжелый, а вес — это показатель надежности. Кнопки максимально брутальные, послушайте, как они ходят. Шакиру или, может быть, Нелли? Конечно же нет, друзья, Егора Летова.